Всем привет, ребята, это канал CryptoCommon, с вами Флалала. Но на самом деле я додумался только сейчас, что надо говорить с вами Гринни Джо, потому что в телеге-то вы меня знаете как Гринни Джо. Так что буду представляться теперь Гринни Джо. В общем, Флалала это тоже я. Короче, сегодня у нас короткий выпуск, подводим итоги первого дня криптомарафона. Для тех, кто не знает, у нас начался криптомарафон на двух биржах, на Dudex и на Femex. Кто не в теме, кто не видел вчерашнее видео, смотрите обязательно, сейчас оно появится сверху. Там много всякой качественной аналитики от Олеси Ворастани, от Бенджамина Кована. Сделал переводы для вас. Короче, первый день криптомарафона. На Фемиксе вчера не торговал вообще. На Фемиксе у нас будет разгон $200 депозита. Вот он. А на Дудексе вчера результат, ну, мягко сказать, весьма охуительный. Извиняюсь за слово «весьма». Вот у нас был $500 вчера. И профит составил почти $300. 299. Вот, как так получилось, собственно, рассказываю. На самом деле, дико случайно. Вот, короче, взял вчера на пробой, вот здесь где-то, эфир, 2000 контрактов. И не посмотрел, дурак. Вот здесь надо всегда смотреть контракт details, что у них, это USDT обеспеченный контракт. Я думал, что это как на Байбите, я возьму, типа, на $2000, считай, эфира, ну, то есть меньше 10 эфиров. Вот, ну, то есть, смотрите, на Байбите, допустим, один контракт. По эфиру к доллару именно в инверсном контракте, обеспеченном эфиром. Здесь один контракт равен $1. Вот, видите? То есть у него как бы автоделевериджинг даже происходит. То есть тут на $5000, грубо говоря, можно было набрать 20 эфиров по 250. Но потом, когда он вырос на 270 почти, это уже, соответственно, меньше, чем 20 эфиров, потому что у тебя контракт в долларах. То есть автоделевериджинг, как бы происходит позиции. Вот, а тут на Дудексе я не посмотрел. И тут фишка в том, что один контракт на эфир, это вот, это 0.01 эфира. Видите? То есть это считает $2.5. А когда он подорожал с 25 до 27, то это уже $2.7. Ну и короче, я набрал 2000 контрактов, и получилось, что это тоже как 5000 контрактов байбитовских, то есть это 20 эфиров. Я на самом деле такой риск не хотел закладывать сразу. Но это получилось плечо какое-то там. Десятое как минимум, да. Десятое даже больше, потому что еще в кроссе и биток висел. Битка там мало висело. Биток здесь один контракт 10 тысяч сатоши, то есть меньше доллара. Битка, считаю, висело 3 тысячи контрактов, где-то на 2, ну почти на $3000. И эфира еще на $5000 висело. И когда он подорожал, то есть на 8 получается всего. И это, получается, где-то 15-е плечо было. Короче, выходил тоже плавно лесенкой, конечно, поэтому еще больше было бы профита, если бы дождался. Часть закрыл вот здесь по 252, что-то по 254. И уже оставшуюся часть где-то 1000 с чем-то контрактов по маркету прямо вот здесь шлепнул. Ну и в общем вот, результат, как вы видите, налицо. Получается, да, плюс 60% за день. В общем, я как бы... Не, есть, конечно, умельцы, которые там на Binance там из 100 баксов делают там 10 тысяч за пару дней. Но я не, как бы, это не мой стиль, я не по такой вообще те тактике. Я стараюсь консервативно, аккуратно. Не каждый день даже трейдить, поэтому... Вот, но тут просто на самом деле вот так вот случайно и повезло. В общем, вот такой вот результат, guys. Пойду переварю все это, погуляю, башку проветрю. Да, те, кто у нас в телеграм-чате, у них, возможно, уже случился хардфорк сознания, потому что вот случился хардфорк чата. Создал, наконец-то, канал CryptoCommons, в котором, собственно, и будет вся движуха по марафону. Сейчас туда напишу первый пост со всеми ссылками, потом перепощу вот этот результат. Вот, вот собственно, CryptoCommons S на конце – это наш телеграм-чат. Он уже существует год, наверное, или сколько. А CryptoCommons я сделал, это канал. О, нифига, уже кто-то подписался. Здесь будет именно как бы не болталка, а официальные посты. И пока будет идти марафон, здесь буду писать все по марафону. Ну и там официальные видосы, всякое такое вывешивать. Так что, так вот, в целом. Подписывайтесь и сюда тоже, почитывайте, если вам интересно, участвуйте в марафоне, в чате все это обсуждаем. Вот, напоминаю, что с Dudex у нас партнерская тема. По нашей ссылке вы получите дополнительные бонусы вплоть до $200. Также напоминаю, что на Dudex самые низкие комиссии за вывод. Всего 10 тысяч сатоши и 0.5 USDT соответственно. Вот, видосы каждый день делать не смогу. Но в этот новый Telegram каждый день что-то писать буду. По сделкам, там по мыслям и так далее по рынку. Так что обязательно добавляйтесь в него.
В принципе, вот все, наверное, сказал сейчас, что хотел. В целом, по рынку есть куда наверх еще переть, так что буду, наверное, перезаходить в лонги еще где-то. К шортам пока не вижу предпосылок. Ну так, если только к шорт-скальпам, кратковременным, но тоже можно так наскальпить, что весь профит спилить. Поэтому пока ничего делать не буду, вот пойду погуляю и до новой встречи. Это канал CryptoCommons, не забудьте подписаться, поставить лайкос и всем профита. С вами был Гринджо. Йоу, пока.